Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Союз журналистов России в январе следующего года отмечает свой вековой юбилей. Сегодня Тувинское региональное отделение Союза дало старт празднованию столетия с чествования ветерана тувинской журналистики. Торжественное мероприятие провела заместитель председателя Союза и хранительница полиэтнической библиотеки Союза журналистов Тувы Надежда Антуфьева. Екатерина Танова вступила в Союз журналистов СССР в феврале 1962 года. Человек с интересной судьбой, которая большую часть своей жизни посвятила тувинской журналистике. Более того, она ветеран с самым большим на сегодня стажем в Союзе журналистов Тувы – 55 лет. Сегодня поздравить ветерана тувинской журналистики в региональном отделении Союза собрались коллеги, ветераны и молодые представители средств массовой информации. Так как Екатерина Тук-Тук-Оловна была отмечена почетным знаком Союза журналистов России за заслуги перед профессиональным сообществом. Это ваш знак. Первой в республике международную пресс-карту нового образца, прибывшую из Брюсселя, штаб-квартиры Международной федерации журналистов, получила нынешний председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова. Кроме того, почетными грамотами Союза журналистов России были отмечены активисты регионального союза Лидия Иргит и Юлия Манчинол. Особая честь выпала и молодым членам, вступившим в этом году. Они получили свои билеты из рук ветеранов тувинской журналистики Екатерины Тановой и Каракуске Чоду. Членский билет Союза вручает наша башкы Екатерина Тук-Тук-Оловна Танова. В честь столетнего юбилея Российского союза журналистов региональное отделение объявило конкурс «Агальматолитовое перо» по теме «Журналистика. Наша судьба». Мы решили вперед всей России открыть 2018 год столетия Союза журналистов страны. Потому что мы журналисты, вы журналисты, много говорите, пишете, снимаете о событиях, о разных людях, происшествиях, а о себе говорите очень мало. И вот этот год, пусть он будет годом, когда журналисты смогут рассказать о друг друге, о ветеранах, ну и в конце концов о себе в том числе, и о нашем союзе, потому что это общественная организация, которая объединяет всех журналистов. Героями конкурсных работ станут те люди, которые затрагивают острые вопросы, приходят на помощь, но о которых меньше всего говорится – сами журналисты. Ведь журналист – это своеобразный проводник, доносящий собранную проверенную информацию до общества, а также человек, который своими работами не просто доносит свои мысли до сознания людей, но и заставляет их задуматься о существенности поднятой проблемы. В Национальном театре Тувы прошел бал активной и инициативной молодежи. Благодарственными письмами и почетными грамотами хурала представителей Кызыла и столичной мэрии награждены активисты, отличившиеся в уходящем году достижениями в общественной работе. А почетными гостями вечера стали глава города Кызыла Дина Аюн и заместитель мэра по социальной политике Нина Потапова. В течение года в Кызыле проводился конкурс «Лучшая молодежная общественная организация среди работающей студенческой молодежи». Так лучшими признаны Совет молодых специалистов при Министерстве здравоохранения Тувы. Дипломом второй степени награжден Совет молодых педагогов, а третье почетное место досталось Республиканскому союзу молодых ученых. Среди студенческой молодежи первое место заняли волонтеры-медики республики, второе место – молодежный центр «Инициатива», а третье – волонтеры транспортного техникума. Среди молодежных общественных организаций победителями стали «Добрые сердца Тувы», на втором месте – «Моя столица». На третьем – «Молодая гвардия». В фойе театра была также организована выставка работ молодежи и организации за уходящий год. Бал активной и инициативной молодежи Кызыла прошел грандиозно и незабываемо. Все ребята пришли очень нарядные – в вечерних платьях, элегантных костюмах, некоторые даже в маскарадах. Молодые активисты парами исполнили бальные танцы, участвовали в зажигательных конкурсах.
1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше прогнозного уровня инфляции в 2017 году. Об этом сообщает официальный сайт Пенсионного фонда России. Кроме того, с 1 января получить налоговые льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогу станет проще. Теперь гражданам не придется в обязательном порядке передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы, а просто заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа. Также в 2018 году в России запретят производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащие тонизирующие средства. Также устанавливается запрет на применение по территории Российской Федерации немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. За нарушение этого требования предусматривается штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 32 копейки, евро 69 рублей 13 копеек. Одевайся тепло, выгляди стильно. В магазине «Классика мода» представлена мужская, женская и детская коллекция верхней одежды. Пуховики и куртки различных моделей, горнолыжные костюмы. Каждый найдет здесь что-то свое. Торговый центр 5 звезд, первый этаж. Теперь я к празднику готов. Дедушка знает, где подарки покупать. Новогодняя распродажа в РБТ.ру. Так, двухкамерный холодильник «Атлант» высотой 162 сантиметра всего за 13 490 рублей. РБТ.ру. Для суровых зим суровые покупки. Даем стране угля и зимний противоморозный бетон. Участвуй в розыгрыше ценных призов. Подробности розыгрыша узнавайте по телефону 983-190-0006. Твоя жизнь, твой стиль, твоя оригинальность. Тони Моли. Твоя натуральность и качество. У тебя есть идея, у нас воплощение. Будь собой вместе с Тони Моли. Официальный магазин всемирно известной корейской косметики теперь в Кызыле. Тони Моли. Полицейскими Тувы из незаконного оборота изъято более 1,5 тонн спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции. В селе Хавуаксы при досмотре транспортного средства в салоне обнаружено и изъято 4 пластиковых тары емкостью по 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью, принадлежащей пассажиру, 47-летней односельчанке водителя. Второй факт транспортировки крупной партии спиртосодержащей жидкости выявлен и пресечен сотрудниками полиции Барунхемчевского района. В ходе проверки полученной информации на 69-м километре автотрассы Акдоврак-Абаза сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль, следовавший в республику из соседнего региона. За рулем транспортного средства находился 22-летний житель города Акдоврака. При досмотре автомашины правоохранители не обнаружили запрещенных предметов. Однако полицейскими были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых недалеко от автодороги в лесном массиве сотрудники полиции обнаружили и изъяли 277 пластиковых канистр объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью. Водитель и пассажир транспортного средства доставлены в межмуниципальный отдел МВД России Барунхемчевский для разбирательства. В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Обязательная маркировка лекарственных препаратов, позволяющая проследить их путь от производителя к потребителю, будет введена в России с 1 января 2020 года. Госдума приняла поправки об этом в третьем чтении, отложив при этом внедрение маркировки на год. Парламентарии решили предоставить производителям отсрочку, потому что опасаются возможного роста цен на лекарства, объявил глава Думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Также компании просили дать отсрочку в связи с необходимостью внести массу изменений в регистрационное удостоверение на партии лекарств. Однако на ряде лекарственных препаратов, таких как, например, мелоксикам, кардионат, уже появились коды для автоматизированной системы мониторинга. По ним покупатель может при помощи смартфона или сканера в самой аптеке проверить легальность препарата.
Дети с ограниченными возможностями здоровья побывали на новогоднем утреннике в Центре развития традиционной тувинской культуры. Праздник для детей и их родителей организовали сотрудники Центра и Национального оркестра Тувы. Для ребят был подготовлен спектакль про горный цветок Эдельвейс. Далее ребят ждали встречи со сказочными персонажами, а также главными героями новогоднего праздника Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. Веселые игры, хороводы и волшебное путешествие в страну новогодней сказки. Также на утреннике каждый ребенок смог проявить свои способности, рассказав Деду Морозу стихотворение или спев песенку. Всем детям были вручены сладкие новогодние подарки. На территории скульптурного комплекса Центра Азии к Новому году и празднованию 2018 года по восточному календарю прошел третий открытый фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Ледовая сказка в Центре Азии». К участию в конкурсе отобраны команды, сформированные из профессиональных художников, скульпторов, архитекторов, художников-любителей, скульпторов-любителей, студентов и преподавателей художественных вузов Тувы. По условиям конкурса мастера из ледовых глыб должны украсить территорию скульптурного комплекса Центра Азии, вокруг обелиска и фигур скифского царя и царицы. Поэтому большинство участников конкурса решили дополнить ансамбль ледовыми фигурами сказочных персонажей. Так, по итогам конкурса победители были награждены памятными дипломами и денежными премиями. Первая республиканская FM-радио «Голос Азии» продолжает прятать подарки в черте города. На этой неделе радиоквест «Замес майонез» и «Такси Апельсин» предлагают отыскать бесплатные поездки на такси. И чтобы это сделать, нужно, как всегда, разгадать загадку, в которой зашифровано место, где ведущие радио спрятали приз. Сегодня победителем квеста стал РС «Мангуш». «Замес майонез». Разыгрывать бесплатные поездки «Такси Апельсин» будет в течение 2 недель. В «Такси Апельсин» действуют выгодные тарифы. За проезд в 1 километр вы платите всего 14 рублей. Звоните по телефонам 66100 и 66200. Или скачайте приложение для смартфона «Таксофон» и получайте 5 рублей бонусом за каждую поездку. «Такси Апельсин» – быстро, удобно, безопасно. В ближайшие сутки по республике переменная облачность, небольшой снег. На дорогах гололедица. В Кызыле облачно, без осадков. Ночью минус 26-28 градусов, днем минус 20-22 градуса.